маленькие уменьшились. Надо художниц приготовить таких с образованием. Я цветок-то делаю. Сейчас они хотят здесь в школе, школу искусства делать, там как раз и живопись, и композиция, рисунок, все это, история, изобразительное искусство, история, прикладное искусство, вот эта технология, все это ввести. И теперь они меня тоже попросили. А давайте это. Я говорю, во-первых, говорю, у меня своя работа, говорю. Во-вторых, уже, говорю, поезд тоже уехал. И чуть-чуть поздновато это. Я говорю, чем могу буду помогать? Вы наберите грамотных людей, которые могут рисунок. Вот нескольких мастериц. Но будут ли у вас эти дети заниматься? Дети вот не ходят. Вот чем вопрос. Просто, Владимир, интересы меняются же у людей. Вот. Тут думаю, зачем вы это делаете? А наоборот, в России очень занялись этим делом. Очень много гончаров, очень развивают и оборудование, и печи, и уже новые это все вставляют. Там мне этот сертификат ждали на 5000 рублей. Они мне, ну, как питерский. Для керамических человек возьмет или так, и в Москве, и в Питере. Ты сейчас, или чуть-чуть будешь, я думаю, психолог, да? Вот это для воды, для детей, вот как бы, курсы для воды. Для... Ну, это как бы детский вариант. А есть варианты большие. Вот. Большие. Фа-аппарат. Фа-аппарат. Точно есть фа-аппарат. Фа-аппарат. А в Уйске фа-аппарат. Есть у тебя фа-аппарат? У меня есть. Внучечка. Одна внучка у меня, это Хадишка, она постоянно меня исправляет. Как я на русском языке говорю, она дети не так, а вот так, не так, вот так. Один раз я фотоаппарат говорю, там что-то что. Потом она приходит, дети говорят, это фотоаппарат где готов? Я говорю, вот что ты тоже не можешь говорить. Фотоаппарат. Ей трудно фотоаппарат говорить. Фотоаппарат. Так. Абу. Мы на поле пойдем. Работать, да? Потом... Ну где твой аппарат? Я убрал его. А куда? Куда убрал? Дай убрал. Я что-то там убрал. Тебе не холодно? А где твой аппарат? Там все. Я убрал. А я не видел. Нашел. Деда и внука, да? Вам это интересно, да? Конечно. Вот общительный мальчик, общительный.